те люди, которые же катались на протяжении вот этого глобального потепления, которые попали в финал. Которые откатались все на 6-0. Это все сильные пары, поэтому выделять кого-то или что-то, все разные. Что самое интересное, что все разные. Это вот этот плюс, что все пары разные, на всех интересно смотреть. Это самое главное. Почему проект так долго держится? Дане все было гладко, но наша задача сейчас выйти, порадовать наших зрителей, получить удовольствие для самим и навредить кому-нибудь из тех, кто думает, что они завязывают какую-то медаль и все, да? Назло всем. Не уронил тебя. Это я на себя уронил. Знаете, я опять думаю, у нас определенное преимущество по сравнению со всеми другими. Номер один, то, что мы выходим аутсайдерами. Номер два, мы оба спортсмена. Это очень большое сильно нам помогает, как паре. Даже то, что вот мы иногда и яби-яби между собой. Но это в любом случае... Такое слово я еще не слышала. Яби я не слышала? Но это все в жизни всегда ты услышишь. Когда мы чуть-чуть с тобой спорим. Вот это называется яби-яби. До драки мы не доводим. До драки мы еще пока не дошли. Я тебя съем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не надо. Пожалуйста, прости. Честно, больно, не надо. У меня так спина не хрустит. А руки только ты мне ломаешь. Я все думаю, может мне все-таки использовать моих несколько трюков, таких жестких, которые я использовал в боксе. Ну, подавление соперника. У нас много соперников. Ты думаешь, нужно уже? Ну, этап, последний раунд. Запомнят хорошо. Шучу. Вместе с Лаймой Вайкули «Я вышла на Пикадилли» называется песня, шутят Маша и Костя. Зачем вы меня забыли? Зачем вам меня не жаль? Я вышла на Пикадилли, набросив на плечи шаль. Вы гладили ворот шубы и, глядя в мои глаза, искали губами губы. Что искать нельзя. По улице Пикадилли я шла, ускоряя шаг, когда меня вы любили, я делала все не так. По улице очередь. После танца этой пары хочется поблагодарить вас, уважаемые телезрители, ведь именно ваше голосование спасло для финала Машу и Костю как пару, как участников шоу «Ледниковый период». А объект для шуток на весь танец был один – штаны Кости. Ну и, в общем, в некоторых моментах это обыграно было очень смешно, но мне понравилось.
Я думаю, что даже та небольшая техническая погрешность, которая во время танца случилась, не смазала впечатление от выступления этой пары. Вот эта техническая погрешность, когда запнулся Костя и споткнулась Маша. Как обычно, высокие поддержки в выполнении этой пары выглядят очень эффектно. Хорошую скорость задает в этой паре Маша Петрова, а Костя ее поддерживает. Ну и я бы еще обратил внимание прекрасной половины наших зрителей, то бишь зрительниц, на Машину.